Всем привет! Приветствую своих подписчиков любимых, приветствую всех тех, кто только подключается к моему каналу. Меня зовут Светлана, и на своем канале я делюсь только своим опытом и создаю красивую одежду, рассматриваю много идей, также работаю с мехом и с натуральной кожей. И совсем недавно я создала новый блог, который называется «Заметки портного». Он только-только у меня начал выходить. И вот на этом, скажем так, в этих видео я рассматриваю очень много различных идей, которые могут встретиться у нас как бы в жизни, да? Рассматриваю различные варианты реставрации, перекроя. И сегодня не исключение. Сегодня я взяла три вида, скажем так, искусственной кожи. И да, сегодня я начинаю новый мастер-класс по работе с искусственной кожей. Но сегодня у меня такой будет... Вот именно искусственная кожа сегодня и объединила мои идеи. Первое. Это, конечно же, я построю прямую юбку, классическую прямую юбку. Но в чем идет, скажем так, интерес? А в том, что вот смотрите, у меня такая прекрасная ткань, вот этот остаточек у меня так долго лежал, я не знала вообще, что с ним делать, тут 50 сантиметров, по-моему, но мне на длину юбки, конечно, не хватит, мне надо где-то 65 сантиметров на хорошую осеннюю юбочку. И что я делаю? Хорошо, что сегодня рынок у нас насыщен, богат различными материалами. Я сегодня буду моделировать на основе прямой юбки вот такую вот юбочку с кокеткой, где идет сочетание хорошей шерсти, скажем так, и искусственной кожи. Это тоже мы сегодня рассмотрим как один из вариантов создания новой интересной модели. Причем сейчас очень модно включать в одну модель до 5 видов тканей. И все вот можно, и трикотаж, и кожу туда делают, и кружево, и все, что только не делают. Вот посмотрите, очень много интересных идей на самом деле. Второй вариант, ко мне обратилась девушка, тоже как бы моя клиентка. У нее прекрасная была юбочка из такого хорошего, красивого жаккарда. И она стала короткой. Она стала короткой, немножко маловато в бедрах. И опять же, ну так жалко выкидывать и выбрасывать или откладывать, потому что ткань-то хорошая, качество просто отличнейшее. Хочется сохранить, ну и при этом создать новую красивую модель. Я взяла вот такую искусственную замшу. И буду тоже на основе уже разворота юбки быстренько, я покажу, как можно раскрыть кокетку и сохранить вот такую вот прекрасную юбку. И, конечно же, как без платьев. Узкое платье стало, узкое платье трикотажное. Ну, жалко, опять же, ну, хорошее платье. Ну, все мы меняемся с возрастом, это понятно. И опять, смотрите, я беру очень такую красивую, красивый кожзам, такой, видите, он немножко такой в клеточку, да, скажем так. И еще одна идея, как можно расширить свое платье с помощью вот такого тоже, вот такой искусственной замши. При этом не просто как бы расширить, да, а сделать его универсальным, модным и стильным. И в этом мастер-классе я тоже об этом все и расскажу. То есть, видите, не хочу делать маленькие видео, мне хочется, чтобы это все было разнообразно, интересно и пригождалось в жизни. В принципе, с этим может справиться даже самый начинающий портной. Ну что, приступаем к конструированию. Немного конструирования нам никогда не помешает. Итак, давайте перейдем к построению. Я уже построила для того, чтобы мне не запинаться и быстренько просто проговорить, что я проделала этап за этапом. Просто сейчас я еще раз хочу сказать, что построение, вернее, любая конструкция, которую я предлагаю на своих мастер-классах, она уникальна. Она, скажем так, это все из опыта в моей жизни, так как я работаю очень много с клиентами, и поэтому думаю, что можно спокойно брать и строить, поверьте. Вообще. Берете и строите вместе со мной. Итак, я всегда проговариваю, как я начинаю строить свои конструкции. С прямого угла.
Давайте я сейчас более жирно буду проводить, и вы уже более четко будете все видеть. Давайте с прямого угла строим. Вот обычный прямой угол. И нам нужно будет с вами две мерочки. Полуобхват бедра плюс припуск на свободное облегание. Сегодня мы будем строить с вами конструкцию для прямой юбки из обычной костюмной ткани. Поэтому прибавьте припуск на свободное облегание от 1 до 1,5 сантиметров. То есть чем суше ткань, тем больше припуск на свободное облегание. Поверьте, это для комфорта и для удобства. Все, находим полуобхват бедра с припуском на свободное облегание, да, и уже выстраиваем свою сетку. И выстраиваем свою сетку, в которой мы должны заложить, скажем так, переднюю половинку и заднюю половинку. Дальше нам надо найти боковой срез. Ну, давайте так, немножко остановимся. Обычно нам предлагают построение прямой юбки таким образом. Ширина передней половинки должна быть шире, чем задняя половинка. Но не всегда, не всегда. Если у вас стандартная фигура, то есть все равномерно, и передняя половиночка, и задняя как бы часть, да, то не надо делать шире переднюю половинку. Просто делите отрезок пополам, и вы найдете боковой срез. Это для стандартных фигур. Если же у вас сильно выражены ягодицы, вот в этом случае лучше сделать все наоборот. Ширину задней половинки сделать шире, чем передней половинки. А вот от того, насколько сделать шире заднюю половинку, зависит, конечно же, от типа фигуры. Ну, я предлагаю от 1 до 2 сантиметров сделать ее пошире. От 1 до 2 сантиметров. Ну, как найти? Полуобхват бедра вы делите пополам и прибавляете 1 или 2 сантиметра. Вы получаете свое значение. И теперь уже из полуобхвата бедра можно вычесть то значение, которое вы получили. Получите ширину передней половинки. Ну, а если не заморачиваться, высчитали ширину задней половинки, отложили и прочертили боковой срез. Вот и все. Я сделаю это по стандарту. Вот таким образом. Все, нахожу боковой срез. Что еще? Очень важно. Высота бедра. Вот вы знаете, по высоте бедра, что я хочу сказать. Все-таки высоту бедра нужно находить не по формулам, а прямо на самом человеке. От талии вниз до самых выступающих ягодичных точек. Это и будет ваша высота бедра. Потому что, несмотря на то, что, допустим, у вас стандартная фигура, высота бедра может вообще не соответствовать стандартам. Поэтому замеряйте все на самом человеке. Отмеряйте то значение, которое у вас получилось. У меня вот 25, я отложила и провела свою линию. Ну, давайте я примерно вам скажу, от 18 до 25, может быть, где-то примерно так, от 18 до 25. Все, вот так вот. Теперь, конечно же, нам нужно поработать немного с линией талии, найти раствор наших выточек. Все тоже очень просто. Для этого нам надо знать всего две мерочки. Полуобхват бедра и полуобхват талии. Но уже с припусками на свободное облегание. Вот видите, я формулу начертила. Раствор выточки равен полуобхват бедра минус полуобхват талии. У меня вообще 9 сантиметров раствор выточки. У кого-то он может быть 14, у кого-то 15, у кого-то 8, у кого-то 7. Вот если у вас 14 или 15, лучше задайте мне этот вопрос, как распределить. Потому что все невозможно выложить в одном видео. Просто нереально. Лучше конкретно задать вопрос, и я на него отвечу. В моем случае все очень просто. 9 сантиметров. 50% я закладываю в боковые,
срезы. И 50% я закладываю на заднюю переднюю половинку. Давайте так, здесь 50%, то есть 4,5 сантиметра. На заднюю половинку я 30 заложу, а на переднюю всего 20. Вот все. Длина выточек, опять же, давайте так, сделаем такой стандарт от и до. Ну вот задняя выточка, как правило, идет где-то от 12 до 15 сантиметров длина. Передняя выточка где-то от 6 до 12 сантиметров. Зависит от раствора. Чем шире раствор, тем глубже выточка. Точно так же это и относится к задней половинке. И как оформить боковой срез? Ну вот смотрите, от бедра мы откладываем, что здесь? От бедра мы откладываем 3-4 сантиметра вверх, это стандарт. Все, и красивой линейкой оформляем такой легкой прогибистой линией свои боковые срезы. Теперь давайте немножечко я затрону тему посадки. Вот знаете, здесь то же самое. Вот все то же самое. Но я проговорю основные типы. Вот смотрите, если у вас стандартная такая фигура, скажем, да, без каких-то изъянов или еще что-то, то от этой точки я вниз откладываю 2-3 сантиметра, это максимум. 3 сантиметра это максимум. Тут уже не надо слишком, скажем так, экспериментировать. Лучше заложить поменьше, но потом срезать на примерке. Лучше всего вот 2 сантиметра отложить и оформить прогибистой вот такой вот дугой, выровняв срезы выточки. И по спинке я вниз отложу 1 сантиметр. Это для стандартных фигур. И точно так же проделаю такую же работу. Вот. Но хочется задеть такую тему. Выступающие ягодицы. Вот смотрите, когда, если, допустим, у вас выступающие ягодицы, мало того, что вы делаете шире заднюю половинку, но вы еще и должны замерить свою длину от, ну это уже баланс идет, конечно, давайте мы это опустим немножечко. У вас должна быть линия талии не вниз опускаться, а уйти вверх. А вот насколько она уйдет у вас вверх, зависит от балансовых мерок. Ну, я предлагаю примерно 1-2. И уже прогибистая линия идет не вот так вот, а наоборот. То есть мы как бы закладываем вот этот выступ уже в саму конструкцию. Мы его так вот закладываем. Вот мы ее заложили прямо вот сюда. Но все-таки надо делать, конечно же, примерки, раскраивать, доводить до примерки, заметывать пояс и смотреть, как будет сидеть сама юбка. Ну, вот такие нюансы можно учитывать при конструировании. В принципе, и все. Но длина юбки у каждого своя. Вы уже можете там сами, сколько нужно, столько и отложите. А сейчас я немножко помоделирую. Все-таки мы же хотим задеть тему комбинирования двух тканей. И как я рисую кокетки прямо на самой конструкции. Немножко моделирования. Так, и сейчас я перехожу к моделированию. Но здесь тоже ничего сложного, поверьте. Я, начну все-таки не с передней половинки, а с задней половинки. И объясню потом, почему. Уже как бы я вычертила свою заднюю половинку в развернутом виде, потому что кокетка у меня будет все-таки асимметричная, и это очень важно. Поэтому я свое лекало разворачиваю, да, то есть делаю в полную буду делать построение. Значит, смотрите, ну, так как у меня все-таки ткань полметра, это обязательно нужно знать, сколько у вас, допустим, ткани осталось, если вы хотите соединить два вида. Кокетку сделать, допустим, из одной ткани, а низ юбки из другой ткани. Я отмеряю, то есть все, развернутое у меня лекало, длина у меня уже есть у юбки. Поэтому я сейчас посмотрю,
где же у меня, вернее, кусочек ткани, где вот он у меня будет ограничен. Да, вот 50 сантиметров. Ну, мы отнимаем 1 сантиметр на стачивание, к примеру, да. Вот я ставлю такой ограничитель. Провожу линию ограничитель. Кокетку я себе как бы нарисовала, которую я хочу, но она у меня не проходит в ткань. Видите, что получается? Поэтому мне придется опускаться вот на эту величину. Я же хочу ее симметричную сделать, кокетку. И, скажем так, вести уже кокетку вот от этой точки. Мне надо как-то так сделать, чтобы она еще и смотрелась у меня красиво. Но я думаю, что, конечно, резкий такой наклон делать я не буду, иначе будет некрасиво. Вот здесь есть у меня ограничение с другой стороны кокеточки. Да, я соединяю вот эти две точки, чтобы посмотреть, как зрительно будет смотреться моя кокетка. Ну и, конечно же, обязательно я сделаю прогиб. Прогиб нужно тоже сделать. Но надо здесь подумать, как бы это совсем не смотрелось не очень-то красиво, чтобы это не смотрелось, скажем так. Сейчас я быстренько так посмотрю. Угу. Не слишком ли низко, скажем так. Возможно, я так, если сделать более круче тоже. То есть, понимаете, в чем дело? Всегда рисуйте, всегда смотрите, представляйте, как можно обыграть вот эти две ткани. И сразу же представляйте, как это зрительно будет смотреться. Вот поэтому я сейчас вот стою, да, и думаю, как же все-таки мне вычертить эту кокетку, чтобы она вписалась в мое изделие, чтобы это не смотрелось как-то смешно, некрасиво. Вот поэтому пробуйте, пробуйте. Бумага, она все стерпит, поверьте. А вот если вы уже отрежете и некуда будет девать, вот это уже тут проблема. Поэтому чертите, рисуйте, черкайтесь. Это все как бы в ваших руках, и вы найдете то, что хотите. Все-таки я остановлюсь вот на первом своем значении и вычерчу ее кокеточку вот так вот. Да, я думаю, что прогиб обязательно надо сделать. Вот, и прогибчик я этот, конечно же, обязательно запроектирую. И можно спокойно вот так вот уже вычертить свою кокетку. То есть почеркаться. Ой, люблю черкаться на бумаге, потому что на самом деле и так можно, и по-другому, и что-то еще в голову приходит, какие-то идеи. То есть постоянно рисуя, идей много приходит на самом деле. Ну и, конечно же, накладывайте ткани друг на дружку. Да, вот, наверное, я вот так и сделаю. Чуть-чуть она у меня низковата, но ничего, я думаю, что в принципе будет неплохо. Теперь немножечко чуть-чуть назад отмотаем, да. Вот видите, да, я нарисовала кокеточку. Она у меня как бы немножечко завышена и встречается с точкой, где заканчивается у меня сама выточка. Это так, просто я хочу дать совет, что если у вас получилась такая кокетка, то вот эту выточку, ее можно закрыть с одной стороны. Эту оставить, а эту закрыть. Ну, это так, чисто для еще, скажем так, маленький советик. Вот. Но в моем случае две выточки остаются. Кстати, по передней половинке они тоже у меня остаются. Так что рисуйте, рисуйте, моделируйте. Все в ваших руках. И создавайте новые интересные модели. Ну а сейчас я немножко задену тему про балансовые мерки, которые очень
играют огромную роль в построении конструкции на прямую юбку. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Итак, давайте я быстренько проговорю 6 самых главных мерок при построении обычной прямой юбки. Вот моя красивая девушка здесь, да, в платье. Ну, конечно же, обязательно подпоясываем линию талии. Обхват талии, я думаю, вы замерите и без всякого труда. Обхват бедер, я думаю, что вы тоже сможете найти, да? То есть вот обхват бедра идет. По самым выступающим ягодичным точкам, да, тут же. Давайте сбоку замерим высоту бедра, про которую я говорила, когда строила конструкцию. Тут же можно опуститься и замерить длину юбочки. Ну и 3 самых важных мерки – это балансовые мерки. От этих мерок зависит посадка юбки. Это очень важные мерки при построении. Очень важные мерки. Итак, от талии по середине и до пола. Это первая мерочка. Сбоку от талии по боковому и до пола. Третья мерочка. Вторая мерочка и третья мерочка. Не посередине, а по самым выступающим ягодичным мерочкам. По самым выступающим ягодичным точкам. От талии и до пола. Вот и все. Вот такие мерочки необходимы для построения правильной сетки на прямую юбку. Поехали так, дальше. Ну вот что у меня получилось в развернутом виде. Это у меня идет полочка. Подпишу. Видите, я сразу же вырезала дублерин. Потому что кокетку обязательно нужно продублировать. Пометила выточки. Вот. Это у меня идет полочка. Я ее убираю. И вот так вот примерно будет выглядеть в развернутом виде у меня задняя половинка юбки. Вот такая вот кокетка симметричная. То же самое. Я советую продублировать обязательно. Обычным нефтекамским дублерином я это все делаю. Помечаю выточки, все можно будет собрать юбку на примерку. И сейчас давайте я быстренько вам покажу, как можно удлинить любимую, скажем так, юбочку за счет, опять же, искусственной замши в данном случае, не, скажем так, не делая лекала из бумаги. Вот я раскрыла тоже юбочку, видите, да, проутюжила, убрала пояс или кокетка, что-то там у вас, оставила только основную часть юбки, переднюю и заднюю. Складываю вот так вот пополам две свои половинки. Так, видно? Видно. Вот. И беру свою замшу. Мне надо будет удлинить юбку на 12-15 сантиметров. Буду смотреть, насколько будет красивее. Но опять же, сделаю чуть побольше, а потом уже на примерке, если что, то срежу. Значит, объем талии мне известен. Я накладываю вот так вот юбочку на замшу. Естественно, совмещая сгиб и серединку, делаю отмелку верха юбки. Вот я сделала отмелку, и солнышко хорошо засветило. И как бы продляю свою кокетку. Вот здесь вот боковой, и я продляю свою кокетку. Вот так вот. Вот что у меня получилось. Еще сейчас пожирнее оформлю я такой вот легкой, изгибистой. Все. 12 сантиметров. Проходит? Да, проходит. 13,5 даже сделаю, а там я посмотрю. Так. То же самое я должна буду проделать и с другой половинкой. Вот видите,
Одну часть кокетки я выкроила. Сейчас то же самое я проделаю и с другой половинкой своей юбки. А потом я перемирю талию. То же самое. Так, это сюда, чуть повыше. Еще раз повторяем процесс. То есть, да, вот такие вот, вот такой вот тип работы можно спокойно как бы делать, и при этом получая совершенно новое изделие. Легкий прогиб. 13,5. И мы получаем вторую часть кокетки. Так вот. Самое главное, чтобы у меня получилось, вернее, все было совмещено. И сейчас я перепроверю объем талии в половинном размере. 76 у меня получилось. Талия у девушки где-то 74. Я думаю, все хорошо. Я даже сейчас не буду делать выточки. Я их заложу потом уже в примерке. Возможно, я сниму даже примерку, чтобы вам показать, как в реальности можно запроектировать выточки прямо на фигуре. Ну все, давайте я буду вырезать. То же самое, все свои кокеточки я вырежу из дублерина, потому что я советую кокетки обязательно дублировать. Обязательно дублировать. Здесь я уже заложила шов втачивания, если что. Мне надо было 12, я сделала 13,5. Даже чуть больше заложила, чем как бы нужно. Ну вот еще один метод перекроя или реставрации, как хотите это называйте. Еще один метод, скажем так, создания новых моделей юбок, я бы так сказала. То есть, в принципе, вариантов очень много. Я предлагаю такие самые простые. И, в общем-то, с ними справится каждый. Так, ну вот так вот в развернутом виде выглядит моя вторая юбочка. Я сейчас хочу все операции сделать, свитать и одеть на манекен, чтобы вы увидели, ну, скажем так, первоначальный результат вот таких вот простых, вроде бы, изделий. Но вот с такими вот нюансами, да, с таким моделированием и, конечно же, преображением, я бы так сказала. То есть не бойтесь комбинировать ткани, это прекрасно, и создавать новые интересные модели. Ну, вот я решила собрать такую сегодняшнюю маленькую коллекцию, да, с которой я как бы работаю. Вот первая юбочка, за счет кокетки мы удлиняем ее, но надо учитывать, что вот, допустим, в моем случае здесь припуски были достаточно хорошие, где-то 2-2,5 сантиметра, и выточки у меня не были разрезаны, поэтому я все смогла распороть, разутюжить, и при этом мы сохранили объемы. Вот только лишь при этих условиях можно сделать вот такую вот замшевую кокетку и удлинить юбку, то есть, да, ее модернизировать, скажем так. Ну вот моя вторая юбочка. Конечно, ее смотреть нужно на фигуре, но как бы когда уже она сошьется, можно будет, конечно, ее показать и уже как бы продемонстрировать. Единственное, что мы решили вот здесь подснять по передней половинке, но это нормально, чтобы боковые срезы смотрели перпендикулярно в пол. Это тоже очень важно. То есть вот смотрите, еще один вариант работы с кожзамом. Вот. И третий вариант, это вот это вот платьишко, которое
тоже оказалось мало. И я буду использовать вот такой вот кожзам, да, с таким эффектным рисунком. И что я сделаю? Самое актуальное, что сейчас, в принципе, на сегодняшний день, ну, скажем так, модно, что ли, или стильно, поставить лампасы. Лампасы, которые будут переходить прямо до... Сейчас вот направлю. Прямо до конца вот рукава. То есть, скажем, начиная от низа, по всей длине платья и... сразу же будут переходить в рукава, вот до этой точки. Тем самым тоже, кстати, будет эффектно смотреться платье. Мы его раздвинем, вот. И тоже один из вариантов, скажем так, реставрации или частичного перекроя. То есть вот такие вот моменты, ну, можно использовать в своей жизни, не кладя свои любимые вещи на полку куда-то далеко и ждать, когда вы там похудеете или еще что-то. Вот, не надо этого ждать. Подбираем красивые ткани и делаем вот такие вот приятные для себя вещи. Сейчас я разрежу вот этот вот кусочек пополам и распорю боковые срезы у платья, заметаю. И чисто так символически, конечно, продемонстрирую, как это хотя бы смотрится. То есть трикотаж и кожзам. Ну, вот такие вставочки у меня получились в платье. Платье еще сметано, конечно, пройдет примерочку. Но я думаю, что кожзам вообще вписывается в любой материал. Его можно использовать буквально везде. Вот. И тем более достаточно много вариантов сейчас кожзама. Я хочу сказать, что кожзам сейчас очень такого, ну, хорошего качества. На самом деле очень приятный на ощупь и, в общем-то, долгоноский. Вот что я хотела бы сказать. Так что если есть такие возможности, используйте такие варианты. Вот. И ваше изделие, платье или юбка, неважно там что, в общем-то, вы дадите вторую жизнь вашим изделиям и будете носить с удовольствием, тем более если ваше изделие выполнено из хороших качественных материалов. Выбрасывать их или куда-то откладывать там на верхней полке не нужно. Творите, создавайте. Вот, если вам понравилось видео, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, я всегда на связи. Ну и, конечно, я всегда всем желаю творческих успехов и хорошего настроения. До новых встреч, ваша Светлана. Всем пока-пока!